Торжественная церемония, посвященная Дню работника культуры, состоялась в Национальной библиотеке. В этот день чествовали самых достойных, выдающихся людей, внесших особый вклад в развитие культуры, музейного дела и искусства. Среди награжденных митрополит Улан-Удэнский и Бурятский. Иосиф получил звание меценат года. Мы награждаем людей, которые отличились в этом году. И обязательно у нас в номинации меценат года мы отмечаем тех людей, которые помогали в течение всего года нашей отрасли. И я сегодня благодарю Владыку за те дары, которые он преподнес в течение этого года нашему национальному музею. За прошлый год митрополитом Иосифом было передано в дар Национальному музею Бурятии более 75 экспонатов. Среди них сюжетные платки, посвященные историческим событиям и знаменитым битвам, ручной уличный орган и другие предметы старины. А в дар Этнографическому музею народов Забайкалья были переданы из личной коллекции около 25 старинных предметов быта 19-го, начала 20 веков. Так удивительно, на самом деле, потому что уже второй раз Владыка преподносит такие щедрые дары. И особенно отрадно, что мы не единственный музей в Бурятии, которому Владыка делает подарки. Не просто подарки, а и подарки собственной коллекции, которые собирались, бережно хранились многие-многие годы в его коллекции. Я рад, что есть возможность поделиться теми предметами, которые приходят к нам в руки. Знаете, как-то в жизни случается так, что человек любит, чем интересуется, то к нему и приходит. Но оно вот не оседает где-то, да, в личных коллекциях, а вот есть возможность делиться этим с музеем и с тем, чтобы хотя бы во временных выставках можно эти предметы были видеть, потому что, конечно, все это очень интересно. Наше прошлое, оно всегда интересно и поучительно. В дальнейшем митрополит Иосиф планирует активно сотрудничать с Министерством культуры, музеями Улан-Удэ и Бурятии. В планах организовывать новые совместные выставки и пополнять фонды музеев республики. Андрей Слепнев, новости дня.